Эй, парни! А вы уже видели секретные серии скибиди туалетов? Воу, нифига себе, это что-то новенькое! Ты просто посмотри, какие здесь происходят экшены! Ага, Кубик! А еще, походу, эти чувачки сразу появились в Бравл Старсе! Смотри, у этого скибиди топсика сразу же нулевой ранг! И, походу, его просто жёг настоящий ТВМН! Так этому скибидишнику и надо! Ах так, да? Окей, сейчас мы с вами разберемся. Воу, это кто еще, блин, нафиг такой? Это, походу, был какой-то секретный скибидист, но его сразу же... Нет, еще не размотали? Добейте его уже, чего вы ждете? Нет, Кубик, нифига не получится! Вашего камераменчика жмыхнули! О нет, камерамен пострадал, да с какого фига? За него нужно отомстить! И хорошо, что вашего чубзика быстренько убили! Сема, а это кто вообще, блин, нафиг такой? Да я-то, блин, откуда знаю? Я тоже в первый раз в жизни его вижу! Воу, а у меня, кажется, есть гениальная идея! Давай попробуем придумать этому чувачку какой нибудь имя. Мне кажется, его нужно назвать Нубасина 2000. Это фонарел, что ли? Я бы его назвал настоящий мушкетер. А какое имя придумаешь ты? Напиши внизу в комментариях под видео. Но самое главное, что с этим чувачком сразу же расправились. Да уж, прожил он как-то недолго. А вот камераменчика реально очень жалко. Как говорится, пресс респект. Так, я думаю, что расстраиваться долго не нужно. Мы еще должны посмотреть на битву титанов. Так, стоп, я не понял. А с какого фига этот спикермен снова сражается на стороне скибидистов? Ага, кажется, его снова заразили вирусом. Кстати, у него ранг намного больше, чем у ваших этих нубиков. Слышь, ты подарил, что ли? Вообще-то у вас есть настоящая Титан ТВ Вумен, и у нее тоже 999 ранг. И мне кажется, вдвоем со спикерменом они на изи расправятся! Хана ему! Нифига себе! Они просто его впечатали в землю, и пришел какой-то новый скибидист! Он тоже снова плюется какой-то фигней! А еще у него был всего лишь 500 ранг! Он вообще какой-то Нубасина! Борис, мне кажется, что 500 ранг это тоже не кухры-мухры! Ну, конечно, с ним на изи расправились, и это, конечно же, хорошо! И я думаю, что заслуживает лайка! Поставь его прямо сейчас! Я лайкосик свой уже поставил, а у нас начинается следующая серия! Воу, кажется, мы оказались в какой-то лаборатории камераменов! Так, Кубик, здесь, походу, проходят какие-то секретные разработки! Воу! Это что, блин, это такое? А это мы оказались в новом секретном городе! И здесь проходит битва со скибидистами! И они сейчас, конечно же, выиграют! Это мы, конечно, сейчас посмотрим, но походу мы следим от лица камерамена, который умеет летать. Это что еще нафиг такое? Это что-то необычное? А еще там было много тубзиков? А еще этот город реально капец какой гигантский! И походу на каждом перекрестке этого города происходят какие-то эпичные битвы! Я, конечно же, думаю, то, что мои скибидисты сейчас выиграют. Это мы сейчас посмотрим. Тем более, что мы приближаемся к новой битве титанов. Так, это вроде бы камерамен против спикермена. Почему он все еще заражен? Ну и наш спикерменчик титан, конечно же, выиграет. Это мы еще посмотрим, но камераменчики тоже не сдаются. ТВМН с какого-то фига просто смотрит телевизор. Интересно, что он там делает? Кубик, мне кажется, что он прямо сейчас смотрит это видео и нажимает на кнопку поделиться. И я думаю, что это самое крутое действие. Если хочешь быть таким же крутым, как этот ТВМН, просто нажми на кнопку поделиться. И конечно же мы выиграем, потому что камераменчики... Походу, окнулись. Ха-ха, их просто убил наш новый скибидист. И он сейчас всех дальше уничтожит. Это было вообще на изи. Это что еще за нафиг секретные разработки от скибиди туалетов? У вас что же появились какие-то роботы? Ага, Кубик, это тебе не хухры-мухры. Сейчас-то мы точно вас всех размотаем. Ой, а что произошло? Я, конечно, немного не понял, но, по всей видимости, этот ваш скибидист просто убил своих же роботов. А, нет, Кубик, роботы были наши, и он с ними тоже разобрался. Но тут прилетает камера Вумен, нифига себе, у нее какая-то очень большая пушка, и она смогла вырубить этого гиганта. Ха-ха, Кубик, он упал, как какой-то Дубагина. Блин, у него что теперь, тоже нулевой ранг? Ё-моё, кажется, снова придется делать новые разработки. И я думаю, что в следующий раз вам нужно будет постараться получше. Воу, это что, еще ТВ Вумен? А чё она какая-то толстенькая? Ха-ха, Кубик, наверное, она только покушала. Ты посмотри, какая она маленькая. Это мы заметили, а камера Вумен решила просто улететь. Кажется, она ее немного кинула. Ха-ха, она расстроилась.
Да ничего страшного, ведь у нас есть ТВ-мен Титан, который тоже не забывает ставить лайки. А зато у меня есть новый скибиди туалет. Копик их даже целых два. Вам хана. Не, нифига подобного. Что ты скажешь против этой ТВ-вумен? У нее целых 5 телевизоров. Это значит в 5 раз больше. Выиграть ваших чуваков. И кажется, она вас заскамила. Так, а я сейчас вообще нифига не понял, что здесь произошло. Она что, просто завладела их разумом? И они друг друга убили? Да ну нафиг, это какое-то читерство. А мне кажется, что все так и должно быть. У них сразу же стал нулевой ранг. Но здесь есть еще парочку офигевших скибиди туалетов. Ха-ха, они-то вас точно выиграют. Не, нифига подобного. Они сейчас тоже продуют. Потому что ТВ-вумен опять одного очаровала, и они сейчас друг друга кокнут, у обоих нулевые рамки. Да уж, этих чуваков даже стало немножко жалко. Копик, мне их капец как жалко. Да блин, вы чё, всех моих скибиди туалетов будете уничтожать? Опа-на! А что ты скажешь против этого? А я скажу, что у вас всё-таки получилось вынести парочку ТВ-менов, но я думаю, что далеко вы с этим все равно не уйдете, потому что ТВ-вумен все еще осталась жива, и она сейчас с вами, конечно же, разберется. Да, ты должна их уничтожить. О, они сами друг друга уничтожат, ну басики. Это было очень жестко, а телевизор вернулся обратно, и ТВ-вумен снова стало немножко покруче. Ах так, да, окей. Тогда битва продолжается. Скибиди туалет 40 уровня вас сейчас размотает. Погоди, я прикола не понял. Это что еще за светофор, мэн? Ага, нифига себе, Кубик. Красный стой, зеленый иди. Борис, это сейчас только что... Что было? Это я так, правила повторял. Ну ладно. Давай, давай, ты их там пока что повторяй, а я посмотрю, как вашего светофор-мена уничтожат. Да блин, а чё опять за фигня-то? Да уж, Сёма, кажется, ты просто немножко ошибся, а у этого чувака еще была какая-то суперспособность. Что у него хранится в центре его сердца? Воу, это какой-то мощный лазер. Ага, этим лазером он может всех уничтожать. Да ну, нафиг, он его просто расплющил в лепеху. Вот так вашему скибиди туалету и надо будет знать, как выпендриваться. А ты видел? Там только что была его голова. Ага, Кубик, мы в первый раз видим этого читона. И сразу распалили его настоящее лицо. Кстати, а знаете, что мне еще интересно? А в этих вот секретных сериях скибиди туалетов тоже есть какие-то пасхалки? Может, там где-нибудь дефак-бом стоит или еще кто-нибудь такой? Блин, Кубик, а я не заметил. Давай у подписчиков спросим, они же более внимательные. Напишите, пожалуйста, в комментах, а я пока что посмотрю, как мой чубзик с вами справится. Не, Сёма, у него не получилось справиться, потому что прямо сейчас его наш титан, конечно же, просто вынесет. Смотри, он его просто распилил напополам. Не, он еще пока что жив. И он еще не сдается. А вот сейчас ему походу хана. Он просто взорвался. Да уж, ТВ-мен смог все-таки его уничтожить. И у твоего чубзика был нулевой ранг. А ТВ-менчик, конечно же, поставил лайкосик. Окей, как говорится, еще не вечер. Блин, это что у вас опять за секретные разработки? Кажется, сейчас у нас создается новое гигантское оружие, с помощью которого все ваши скибиди туалеты точно помрут. Не, Кубик, это плохая идея. Мне она не нравится. Сори, но тебя, к сожалению, здесь никто не спрашивал. Сейчас мы возьмем этот гигантский пистолет. Я думаю, у нас даже поднять его не получится. А, потому что вы вообще слабачки какие-то. Не, Кубик, это ты зря такое сказал. Наши камерамены вообще могущественные. Ты посмотри, какие мы гигантские. Ага, кажется, мы смогли за раз вырастить этого ТВ-мена, и теперь такую пушку он точно сможет поднять. Не, Копик, ты не понял? Это была пушка, которая его увеличила. А сейчас прилетели скибиди туалеты. Они прилетели максимально не вовремя, но я думаю, не вовремя для тебя, потому что их сейчас просто всех размотают. Ой, кажется, битва пошла не по плану. Не-не, Копик, все нормально. С этим скибиди туксиком расправились. У него тоже нулевой ранг. Фух, а я тоже на секунду испугался. Думал то, что ТВ-менчика уничтожат. Блин, я тоже думал, что его уничтожат. А он с какого-то фига остался живым. Ну ладно, тогда мой титан скибиди сейчас вас уничтожит. О-оу, это было очень жестко. Он просто всех сжег. Ага, так вам и надо. Да, а что ты скажешь против ТВ-вумен титана? Она сейчас вас размотает.
На Изи! Да, потому что ранг у нее-то будет на самом деле чуточку побольше, а это значит то, что она намного сильнее! И сейчас он всех взорвет! Это была Изи! А я даже не ожидал то, что она просто уничтожит его с пару выстрелов какой-то кислотой. Кажется, ваша эта кислота какая-то читерская. А мне кажется, что тебе лучше не выпендриваться, потому что у нас есть камера Вумен и камера Мэн Титаны. Ого! И ты посмотри, какие они молодцы! А еще он подарил мне цветочек. Да, это, конечно, был очень хороший жест, но расслабляться нельзя, потому что нужно еще уничтожить парочку скибидистов. Не, Кубик, никого уничтожать не надо. Ага, а цветочек он еще разочек сейчас подарит. И они поцелуются. Блин, я надеюсь, что у этих титанов все будет хорошо, и они, конечно же, скоро поженятся. А я надеюсь, что их сейчас просто уничтожат. Так, это уже обычная маленькая этого Вумен. Но ты не переживай, она не менее могущественная. Она сейчас ваших скибидишников просто размотает. Воу, ты видел? Она только что удвоилась. Ага, это чтобы было легче всех уничтожать. И она, конечно же, со своей задачей справляется на Изи. Ага, только сейчас они обе стоят безголовые, потому что их телевизоры разбираются со скибидистами. Что вообще происходит? Почему она такая крутая? Ага, а у нее всего лишь 15 ранг. Стоп, это что, ученый? Да, Кубик, так и было задумано. Я специально его сюда привел, чтобы он ваших ТВ-вуменов уничтожил. Офигеть, он реально со всеми расправился. Кажется, эта битва осталась за скибидистами. Кубик, и это только наша первая битва, а телеки просто умерли. Вот, блин, телевизоры остались без своих тел. Да как так-то? Да, Борис, ладно, ты не расстраивайся, все будет хорошо. Можно же просто поставить лайк. Ладно, надеюсь, то, что хотя бы ты лайкосик поставишь, чтобы Борис не плакал. А я только счастлив, что ваши эти телевизоры проигрывают. Это было смешно. А мне вот вообще нифига не смешно. Воу, это что еще за титан? Кубик, он просто пришел, чтобы вас схавать. Ага, это я уже заметил. Но тут есть еще маленькие скибидисты, с которыми, конечно же, тоже на Изи расправляется этот ТВ-мен. Кубик! А это ТВ-мен титан или нет? Я что-то не пойму. Нет, Борис, это был обычный большой ТВ-мен, в которого просто немножко увеличили с помощью какой-то необычной пушки. Но, по всей видимости, его сейчас хотят уничтожить, но пришла его подружка ТВ-вумен. И она, конечно же, его в обиду не допустит. Ага, а нет, вот скибидиста просто размотали. Он, конечно, еще живой. Но мне кажется, что это будет ненадолго. Офигеть, у нас еще и появилась настоящая пара телевизоров. Ага. ТВ-вумен и ТВ-мен гиганты! И походу появилась еще одна ячейка общества. О-оу, ее немножко уничтожили. Ах так, да! ТВ-мен, отомсти за нее! Молодец! А я надеюсь, хотя бы с этой ТВ-вумен все будет в порядке. А то выглядит она как-то не очень. Кубик, а что если я тебе скажу, что ваши камерамены сейчас продуют? Это ты еще с чего вообще взял? Да потому что смотри, у нас есть новые монстры, которые вас сейчас взорвут. Ага, какие-то обычные скибидисты, у которых всего лишь 24 ранг, да с ними сейчас справится эта спикер-вумен. И это было как-то легко. А ты, блин, выпендривался. Новые скибидисты. Это что сейчас только что было? А это наша новая секретная разработка. Чего, блин? Это что еще нафиг за робот, у которого ранг в Brawl Stars 7000? Кубик, все это время мы в наших лабораториях производили этого монстра-гиганта. И что? Мне кажется, что он сейчас все равно продует. Это, конечно, будет нелегко, но я надеюсь, то, что, конечно же, получится его уничтожить. А спикер-вумен, конечно же, спаслась. Да, Кубик, но это ненадолго. Так, стоп, а что здесь происходит? А здесь камерамэнчики принимают решение, как уничтожить этого нового босса-гиганта. И я думаю, то, что прямо сейчас у них, конечно же, появится какая-нибудь гениальная идея. Ага, и если ты не хочешь этого пропустить, прямо сейчас поставь лайкосик. Подпишись на канал и нажми на следующий видосик. Тем более, что таких секретных серий еще очень-очень много.